Зарегистрировать брак или рождение ребенка, оформить социальные выплаты, обжаловать штрафы ГИБДД, а также вступить в наследство. Вот неполный перечень услуг, которые можно получить в едином месте. Чаще всего приходят услуги – это регистрация по месту жительства, по месту пребывания, миграционный учет, также госуслуги, потому что госуслуги приняли на себя большую часть услуг, которые можно сделать, получить в окне. Новый многофункциональный центр, можно сказать, дополняет реконструкцию торгового городка. В 10 окнах вы получите более 400 услуг. Насладиться архитектурой уникального пространства в самом центре Рязани и решить вопросы с оформлением документов. Такое вот сочетание приятного с полезным жители областного центра и его гости восприняли позитивно. Очень удобно, мы приехали с района. Здесь много окон, девочки сразу, без очереди, кстати, мы взяли талончик, так как я являюсь женой мобилизованного, и очень все девчонки правильно объяснили, подсказали, помогли, спасибо. Никаких длинных очередей и кип непонятных для заявителя бумаг. Здесь обслуживание клиентов происходит по талону, который можно получить в терминале регистрации. Первый МФЦ в Рязани появился в сентябре 2010 года. Сейчас подобных полноценных офисов с широким спектром услуг в Рязани уже 11. В результате реконструкции торгового городка у нас появилась достаточно уникальная площадка, которая в себе содержит такие преимущества, как близость к автовокзалу, близость, в принципе, к жилым домам, которые активно сейчас строятся. И, соответственно, было принято решение, что мы здесь нужны. Этот офис пока работает с 9 утра и до 8 вечера с понедельника по субботу. В перспективе МФЦ будет работать дольше, если это потребуется. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».